А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Найкера. Здесь вы сможете найти различные мини-игры, такие как Skywars и Bedwars и многое другое. Ссылочка на него в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую 22-ю серию нашего прохождения GTA 5. Я благодарен тем, кто сейчас находится тут рядом со мной и сидит и поддержит мое видео. Ребята, я всегда говорил, и я действительно вам за это очень сильно благодарен. И я хотел бы сразу сказать, чем мы будем заниматься в этой серии. В этой серии мы будем заниматься просьбами подписчиков. В каком смысле и какими просьбами? То есть, меня многие просили, мол, Эдисон, тюнингуй, пожалуйста, машины и коллекционируй их в гараже, потому что это действительно очень прикольно. И цитата вот сейчас, то, что мне говорили, что многие летсплейщики, ютуберы, которые играют, ну, многие ютуберы, которые играют в GTA 5, они просто играют, то есть или в GTA Online, или просто проходят GTA 5 и, то есть, просто-напросто выполняют сюжетные задания и больше ничего не делают. И, ну, я не говорю, что прям все, но, как я уже ранее сказал, цитирую, да, то, что как мне сказали. И мне сказали, что, мол, было бы круто, если бы ты, Эдисон, тюнинговал тачки и просто-напросто складывал их в гараж, то это бы было действительно круто. Но ладно, то есть в этой серии я буду выполнять ваши просьбы. Вы меня попросили? Нормально, то есть подписчики меня попросили потюнинговать тачки. Я очень рад, что вы меня попросили, и я тоже сейчас буду выполнять ваши просьбы и идти их тюнинговать. Сразу бы хотел сказать то, что я буду не все тачки тюнинговать, я буду тюнинговать только тачки, на которых есть нормально так тюнинга, да. Если на машине там тюнинг, допустим, только глушители и спойлер, да, то нету смысла вообще тюнинговать эту машину, если на ней можно только протюнить там глушитель и спойлер, как, например, на вот этой красной тачке, я уже пробовал. Я буду тюнинговать только те, где можно нормально. Бамперы, подвески, вот это все протюнить, чтобы машина действительно очень классная вышла. Вот тогда, в принципе, я согласен, да, то, что можно протюнить крутую тачку. Сейчас я попробую протюнить эту. Если тут будет что-то крутое, то, может, мы ее себе оставим. Если нет, то тогда найдем какую-то другую. Бамперы. Ну, глушители. Уф. Вот это классно. Ну хотя номера, краска, пороги, спойлер, подвеска, трансмиссия, турбоколеса. Нет, вряд ли, ребята, вряд ли. Давайте посмотрим. Нет, давайте, знаете что, я вам сразу же покажу. Ребята, я купил гараж. Да, потому что у нас есть гараж в самом доме Майкла, да, у нас он есть, но он очень тесный, там, в принципе, только может статься, вместиться две машины, и то уже две машины там стоят, потому что мы уже некоторые машины просто-напросто обтюнили, больше места там нет у нас. Плюс к тому гараж и так нужен. А, кстати, вот что я хотел у вас еще спросить. Если, например, сейчас мы купили гараж, если мы его заполнили уже другими машинами, да, если мы обтюнинговали машины, поколлекционировали и уже ими заполнили гараж, то можно еще один гараж будет купить. То есть, ваша мать, ты такой наглый, что с ума можно нахрен сойти. Я бы реально тебе расстрелял тут, но я хочу полицию, потому что лучше набраться, пойти в гараж, да и все. То есть, если мы заполним гараж, то потом можно еще один будет купить. То есть, один, потом второй, потом второй, потом еще один гараж заполнить, да? Ну, если вот так посмотреть, то да, вот тут есть еще один гараж, который можно купить. Или это убежище, или не знаю, честно. Давайте посмотрим, но мне кажется, что можно, хотя гараж, а нет, это не то. Ангар. А давайте посмотрим, вот это что такое? Собственно, свалка машин. Это, ага, это вот это. Я не знаю, честно, вот это вертолеты.
Я не знаю, честно, ребята. Гольф-клуб 150 тысяч. Не знаю, честно. Поэтому мы будем коллекционировать машины тут. Не знаю, потом посмотрим. Давайте посмотрим, насколько большой гараж. Также, почему я играю за Майкла? Потому что на Треворе у нас нету бабла. На Треворе у нас нету бабла. На Франклине у нас бабла в пару раз меньше, чем у Майкла. И Майкла это как раз такой нормальный вариант, чтобы за него играть и чтобы за него коллекционировать машинки и чтобы их покупать. В принципе, мне кажется, так оно и есть. Я купил себе эту машиночку, ребята. Вне серии я просто проверил, как долго они приходят, потому что я думал, что они долго будут приходить. Но она, если честно, там за минуту пришла или даже меньше. Смотрите. Вот, давайте... Ага, я не могу тут зайти. Ну ладно, давайте тогда сядем и выйдем с гаража. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, давайте посмотрим на машиночки. У нас, я купил гараж там за пару тысяч, вроде около 50 тысяч, эту машину вот за 195 тысяч. Я просто смотрел, какие машины можно купить. Вот это красная, у нас нету столько бабла. Вот это у нас тоже нету. Это нету, это я бы купил, но она у нас уже есть. Закрой там рот, бабище. Вот эта машина у нас уже есть за Франклина, да, уже в гараже у нас стоит. Дальше. Вот эту 500 тысяч, в принципе, ее можно купить, но я находил такую машину на какой-то стоянке, поэтому, может, я потом еще попытаюсь найти и сэкономим, в принципе, нормально бабла. Вот эту, в принципе, 720 тысяч я тоже бы мог купить, но если бы ее сразу купил, то мы бы не смогли покупать что-то другое, там потом пойти одежку купить, татушки сделать и что-то другое, прическу поменять, потому что у нас бы вообще бабла не было бы, и мы просто-напросто бы не смогли бы тюнить машины, потому что у нас бы действительно бабла не было. Вот эту машину за 90 тысяч Vapid Hot Knife я ее, может, даже куплю, потому что мне нравятся вот такие ретро машины, и плюс тому она не очень дорогая. Байки пока не хочу, но вот эта True Fate Z, она еще получше будет, чем вот эта, но она и там пару лямов и стоит. Это один лям нормальная, но очень дорогая. Это нету в наличии, это тоже крутая, но нету в наличии. Вот это True Fate, один лям, ребята, мне уже говорили, что, мол, купи вот эту машину и протюни ее, но, во-первых, у нас нету даже бабла, чтобы ее купить, а во-вторых, мы ее нашли бесплатно. Я ее нашел Франклином, и сейчас она находится в гараже у Франклина, и, в принципе, мы ее уже даже протюнили. Это тоже нормально, но бабла нету, эту не хочу, эту не хочу. Дальше. Это что? Это самолеты, это машины, это танки, вот это все остальное. Да, это танки, и вот это все остальное. А, это что? Это яхты. Не нужны нам яхты сейчас. Это что? Это велосипеды. А вот это... О, тут еще есть машины. Эту не хочу, не хочу. Это прикольно. Потом, может, купим. Это тоже прикольно. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я сразу буду говорить, какие я не хочу, чтобы просто-напросто не рассматривать. Это не хочу, не хочу, не хочу. Не-не-не. Не-не-не, байки. Не, в принципе, тут даже больше нету ничего нормального. Вот я купил вот эту машину за 100 там чем-то тысяч. Она, в принципе, прикольная. И мы сразу же поедем в Лос-Сантос и попробуем ее как-то... обтюнинговать. Я надеюсь, что там есть что-то нормальное, какой-то тюнинг, и я не буду жалеть, что я вообще купил вот эту машину. Я только купил, потому что она прикольная, то есть вот такой стиль машин, ну, а он прикольный, я ее только поэтому купил. Надеюсь, не разочаруешь наш вот эта машинка, и действительно, тут будет какой-то отличный тюнинг, я надеюсь, ты нас не разочаруешь. Давайте сейчас посмотрим. Ух. Нифига себе, тут всякие машины, да, валяются возле входа. Албани какой-то. Да, уже фару побили нафиг. Так, давайте. Это все очень дорого, и, в принципе, у нас не открытый, все на максимум. Я не вижу сейчас смысла покупать что-то вот это. Минимум вот такое, среднячок, а потом, когда у нас будет бабло, и когда мы уже откроем вот это... А последние, да, вот эти все улучшения, то потом те пару тысяч мы профукаем и купим себе уже последние улучшения. Поэтому лучше давайте подождем, пока у нас вот эти все откроются, а потом, может, и купим. Кузов. Нет, это бред. Какие антенны? Ага, вот эти антенны. Кромки крыла и антенны. Бампера не хочу.
Да, какая-то не очень тачка, если честно. Я думал, она будет получше, но... Ну, это можно купить, крылья. Не хочу. Давайте, ладно, вот это купим. Тогда ладно. Вот это купим. Да тв... Не, ну, в принципе, я реально думал, что она будет получше, но все же. За 100 тысяч мы ее купили, пускай будет. То есть первый опыт, да, то, что мы машинку какую-то купили. Так, дальше. Капот. Во, вот это другое дело вообще. Так, а какую лучше, как думаете, вот эту или вот эту? Давайте вот это купим дальше. Клаксон нам не нужен, фары. Вот эти поставим. Дальше, номера. Вот эти поставим. Окраска, подвеска. О, о, ух ты, это уже на минимум у нас есть. То есть, ну, в смысле, наоборот, на максимум. Вот это. Дальше, трансмиссия. Вот это тоже уже. Турбонаддув, это тоже можно. Колеса. Стекла. Вот это можно. Колеса я не знаю, честно. Какие-то прикольные, но... Прикольные-то прикольные. Но я не знаю, какие. Хм. Может, вот эти 16, да? Нужно запомнить. 16. Давайте еще вот эти посмотрим. Или вот эти. Вот такие даже можно. А фиг его знает, честно. Тюнер. Но это эти не очень. А, спорт. Вот и... О, эти у нас стоят, ага. Мне кажется, какие-то вот такие будут прикольные. Давайте сначала покрасим. Давайте сначала покрасим цвет колес. А какая... Так, сейчас. Сначала нужно вообще цвет подобрать. А потом уже под цвет подбирать и колеса, и все остальное. Красный. Не, красный не хочу. На этой машине, мне кажется, красный не очень круто смотрится. Может, даже вот такой оранжевый. Хотя. Цвет. Цвет оранжевый, оранжевый. Или вот ярко-оранжевый. Давайте сейчас посмотрим. Или желтый даже. Желтый. Фиг его знает. Или синий, или вот зеленый, как сейчас. Во. Не, зеленый не... О, это... Я знаю. Я знаю, ребята, что вам сказать. Синенький какой-то. Синий не. Хотя, может, какой-то вот такой светло-синий. Как думаете, ребята? Я честно пока что не знаю. Я не знаю. Какая-то... Может... Может, зеленый какой-то? А там есть какая-то подсветка? Так, сейчас. Фары. Вот они. Неоновые трубы. Расположение вот везде. Цвет неон. Вот. Синий. Электрический голубой. Мятно-зеленый. Лайм. Давайте тогда, знаете что? Ладно, будем... Будем какими-то нестандартными и поставим ярко-зеленый цвет. Потому что я всегда тюнингую машины то ли в красной, то ли в черной. А я бы, если честно... А хотя, знаете что, смотрите. А если мы поставим белый? Смотрите. Вот, такой белый, да? Дальше. Дальше колеса сделаем. Колеса спорт, допустим. Или... Или вот такие, да, допустим. Во. Вот такие. Обтюнингуем их. Вот так. И сначала, перед тем, как что-то сделать, давайте посмотрим. Цвет неона, вот. Синий. Ярко-зеленый. Или зеленый. Ярко-зеленый. А вот такое. Оранжевый. Давайте поставим сначала вот такой. Смотрите, сейчас... Сейчас колеса. Цвет колес.
красный, гранатовый, закатно-красный, оранжевый, оранжевый, зеленый. Нам нужен зеленый. Зеленый, зеленый, зеленый. Вот, зеленый. Темно-зеленый, оливково-зеленый, полусиний. Давайте вот этот поставим. Вот так. И сейчас давайте еще раз посмотрим. Во, во. Вот так. Сейчас давайте посмотрим, какие больше всего колеса нам подходят. Какие больше всего колеса нам подходят? А эти крутые, но они не очень сильно меняются цветом, да, когда красишь колеса. Я не знаю, может, ну эти не, может, хотя, честно, ребята, я не знаю. Хоть убейте, я пока что не знаю, потому что видите то, что колес тут реально очень много, но нужно найти какой-то подходящий. Может вот так. Давайте вот это купим. Так. Ну машина, я не скажу, что прям чудесная, но все же. Окраска, фары, клаксон, капот, решетка, ага, глушитель, бамперы. Ну, бамперы. Вот это я не знаю. Ну вот это у нас есть, да? Вот это мы поставили. Вот это я не вижу. Это будет очень как-то хреново. Вот давайте вот это. Глушитель, капот. Вот кузов, не капот, а кузов. Вот это стоит ли класть? Антенны нафиг. Я не знаю, честно, ребята. Я не знаю, что вам сказать. Хотя, вот так. Двигатель, глушитель, ага. А двигатель, нет, двигатель мы не можем купить. Решетка, капот, клаксон, фары, номера, окраска. Ну, ладно, пускай будет такая машина. Я, конечно, думал, она будет намного круче, но, как вы видите, она, ну, не оказалась какой-то прям слишком крутой, а такой какой-то простенькой, да? Хотя... Ну, в принципе, ну, я знаю, то есть, более-менее, давайте посмотрим, как она называется. Albani Virgo, ага. Ну, нормально, нормально. Для первой машинки сойдет, мне кажется. Даже офтюнингована так более-менее. Не скажу, что прям круто, да, но все же. Сойдет, может, на первый раз. И сейчас давайте заворачиваем сюда. Мне интересно, сколько места у нас в гараже. Ну, мне кажется, около 2 или 3, или там, ну, может, чуть больше. Да, да, понял. Я думал, знаете, гараж поднимается, ты входишь, но это так нужно. Нормально, нормально. Один, два, ну, около 4 машин. Ну, прикольно, для первой машинки, чтобы выбрать особый. Элэй. Ух ты, ни хрена себе, что... Что это за особый транспорт? Я такую машину ни разу не видел. И откуда он вообще там появился в гараже? То есть, когда ты покупаешь гараж, то тебе еще дается какой-то особый транспорт? Потому что, ребята, честно слово, я первый раз вот эту машину вижу. Сколько раз ездил в GTA, я по всему миру ни разу не видел вот эту машину. Она, если честно, крутая. А если она еще тюнится охрененно, я вообще буду рад. Если она тюнится еще охрененно, там бамперы, спойлеры. А просто... Так, да, есть Что это за тачула? И кто ее засунул невидимой в гараж? Ребята, она, если честно, крутая. То есть смотри, я был в гараже, стояла моя машина, да? Если бы я к ней подошел... то мне бы там высветилось сообщение, мол, нажмите, чтобы войти в машину, да? А когда я отошел немного, то мне написало, нажмите, чтобы забрать особый транспорт. И вот это особый транспорт. Охренеть, откуда он вообще там взялся? Вот смотрите, разве... Давайте сначала ее обтюним до конца, потом посмотрим, как она будет выглядеть. Но мне кажется, что она охренеть как будет выглядеть.
Так, сейчас. Ух ты, ни хрен. Это вот это, да? Это у нас. А чем? Короче, дрифт. Карбоновый. А, это карбоновый, да? Ага. Вот это. Мне кажется, это реально крутая машина будет, когда мы ее полностью затюним. Но это пока что нет глушителей. Так, я не вижу из-за дыма. Я ни черта из-за дыма толком не вижу. Ну ладно, пускай пока что будет вот такие. Ух ты. Это... Ага, это вот так. Ну, я не знаю, честно. Вот так. Капот. Нифига себе особый транспорт. Откуда он вообще там взялся? Офигеть машина. Офигеть. Так, ладно, сейчас. Каркас безопасности. Да пофиг ставим. Пускай будет крыша. А, ну карбоновую я не... Хотя, может, даже сейчас посмотрим, как она будет выглядеть. Опа. Вот так, давайте поставим. Ух, ну спойлер, это круто. Так, или вот этот, или вот этот. Какой круче, как думаете? Мне кажется, вот этот будет покруче. Хотя, нужно смотреть, какой будет лучше выглядеть. Вот так или вот так. Я не знаю. Давайте вот это. Подвеска. Подвеска, трансмиссия. Вот, трансмиссия уже можно на максимум. Турботюнинг тоже на максимум. Колеса. Колеса пока что не знаю, так как нужно сначала окраску выбрать. Так, окраска. А какой бы цвет? Какой бы цвет? Ну, белый уже точно нет, да? Белый уже нету смысла. Ага, тут два цвета есть или нет? Да. Да, тут два цвета есть. А, если два цвета, нужно подобрать что-то офигенное. Если два цвета, нужно комбинировать цвета. Фух. Давайте подумаем. Давайте посмотрим и подумаем. Красный. Ну, красный для... не хочу, честно. Красный не хочу. Оранжевый. Оранжевый. Не знаю. Не знаю. Желтый гоночный, желтый. Зеленый, синий. О, может вот этот? А если вот этот, то какой у нас будет тогда дополнительный? Какой у нас будет тогда дополнительный? Ух, красный. Какой у нас будет дополнительный? Ярко-оранжевый. Я не представляю пока что. Ух ты. А может синий? Какой-то ярко-синий. Если там какой-то ярко-синий. Темно-синий, синий, синий. Бриллиантовый синий. Морской синий, гоночный синий, ультра-синий. Давайте вот этот гоночный. Основной цвет, мне кажется, такой пускай будет. Или даже матовый сделал. Я, если честно, вообще никогда матовые машины не делал. Но белый не хочу, потому что белый у нас уже есть. Ох, а знаете, что мне напоминает эта машина? Вот такой белый синий мне напоминает машину с Форсажа, да, вот тот Nissan. Мне почему-то напоминает вот ту машину. Хотя, мне кажется, мы даже сейчас белый возьмем. Мы сейчас, наверное, даже белый возьмем, ребята. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как это все... Ух ты! А хотя вот это даже классно, но очень ярко как-то. Очень прям ярко, аж глаза режет. Бриллиантовый синий. Так, сейчас нормально, пока что нормально. Так, тут мы ничего не забыли сверху. Нужно посмотреть. Броня, тормоза, двигатель, глушитель, решетка, капот. Так, капот, клаксон, фары. Вот фары. Расположение спереди. Цвет неона белый. Синий. Электроголубой. Лайм, желтый, золотой дождь. Черный.
Вот так, давайте. Дальше. Номера, окраска, каркас безопасности. Это есть, крыша, пороги. Пороги есть, спойлер есть, подвеска есть, трансмиссия есть, турбонаддув есть, колеса. Давайте еще колеса. А колеса в какой цвет? Мне кажется, обычный, черный. Так, я сейчас просто посмотрю, какие бы было бы круче. Как думаете? Эти нет, тут уже нету ничего. Я не хочу вот эти стандартные. Так, так. Может вот эти или вот эти? Вот, ага, это, а, я так смотрю, знаете, я их даже поставить не могу. Давайте вот эти поставим. Черный. Ух ты! Хм. Так, сейчас, я просто смотрю, какие будут бы... Какие были бы круче. Ну, синий на синем не очень... Ух ты, нифига себе. Ну, синий на синем не очень сочетается, поэтому вряд ли мы это будем. Верно, черный. Черный или какой я там видел? Не, мне все-таки кажется черный. Вот так. Вот так. Вот так. Дальше. Колеса, стекла, турбонаддув. Ага, ага, ага. А что там у нас? Ага. Ну, вроде все. Давайте еще колеса я посмотрю еще раз. Вот эти, вот эти, вот эти. Да. Дополнительная машиночка. Офигеть. Офигеть. Офигеть, она крутая получилась. Конечно, фиговенько то, что у нас сразу две машины белые получилось, но это не белый цвет, это бриллиантово-синий. Ну это, ребята, смотрите. Офигеть. Твою мать, а. Я не успел выехать, я не успел даже оглянуться по сторонам, как ты уже меня в жопу врезался. Ух ты, зараза, прям какие-то педовские фразы в жопу врезался. Ну, я не это, ребята, я не это, ребята, имел в виду. Не, ну, смотрите, какая... А давайте с середины посмотрим. Ух, ой, смотрите, нифига себе, тут еще и для нас кола сделана или что? LAG, прям смотрите, даже вот видите, на бам, или не на бампере, а там сверху пишет LAG. Мне она очень сильно нравится, я не знаю почему, но она мне очень сильно нравится. И плюс к тому, эта машина мне даже больше сильно... Больше нравится, чем та, которая вот сейчас у нас вот тут, это белая с зеленым есть. Хотя, в принципе, тоже нормальная. Особый транспорт, ну, это еще одна точно такая же, поэтому нету смысла. Но она реально крутая. Ну, ребята, ну тут 4, да, мне кажется, 4 машины поместится. Я вообще не планировал делать ее в этой серии, то есть... Я хотел вот, тут, вот только вот эту машину белую, все, которую мы купили, да, за 190 тысяч. И все. А это нам, во-первых, то, что бесплатно досталось с гаражом. То есть я купил гараж там за 20 или сколько тысяч, и эта машина нам такая охрененная досталась, что она, наверное, стоит там больше, чем 100 тысяч, то есть больше, чем гараж. И она бесплатно находилась в гараже. Офигеть, она мне очень нравится, честно. Да. Ладно, ребята, давайте выходим. Я вообще не ожидал, честное слово. Но она очень крутая, она мне сильно понравилась. Уф, как у нас тут дождик и лед. Давайте закончим вот тут, под таким навесом, да, чтобы на нас дождик не падал. Ребята, на этом мы будем заканчивать.
Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите больше серии GTA 5, то все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Я очень рад лайкам, так как они придают отдельную мотивацию для меня. Я, если честно, хочу все больше и больше записывать видео. Поэтому, ребята, давайте на этом видео наберем 200 лайков, и сразу же выходит новая серия. И не знаю, сложно ли это будет для вас или нет, но вы просто-напросто меня поддерживаете. Я действительно этому очень сильно рад. Оставляйте свои комментарии, я читаю каждый ваш комментарий, не как многие ютуберы, которые просто-напросто мимо ушей пропускают всю критику и все комментарии. Я действительно читаю каждый ваш комментарий и также пытаюсь на них ответить тоже на каждый из них. Вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду очень этому рад, если вы вот это сделаете, потому что я рад каждому новому подписчику. И на этом мы будем заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.